Погоди. А сколько осколков упало? Там 250 все было вообще. Нормально. Нет, прям дохуя. Ага. Блин, ну 5 осколков, да профайт нормально. Нет, не до Милана, убили Валю, захилили. Ладно. Оставили профа, Синдрулича, все. Ну тоже неплохо, в принципе. По осколкам неплохо вышло. Лучше, чем за фулл целка. Ну, лучше, чем один, да? Ну, мне типа он за фулл целка 3 осколка, а тут 5. Да не, на халяву пойдет, все будет. Никита, у тебя самовластность есть, я не хочу делать это. Если тебя хуя. А вот это, что кидали ТТГ новое, новые чарки, это типа уже 100%? Нет. Нет. Он просто там где-то делает себе, тестит, наверное, сам. Блин, на Шуманов такую шляпу придумал, пиздец просто. Но. В плане ДПС, может, прикольно будет, но... А где посмотреть новую? База данных. Это пиздец. В сайте просто заходишь в базу данных, вводишь ранг 4, и тебе выдаются чарки. Значит, попробуй. Блин, их не надо будет по второму кругу выбивать? Нет. Ну зачем? Твоя описание просто изменяется, да. Изменяется. Изменится. Ты старый оставит. Это вот, типа, у Лемы сейчас чарка у меня есть, и что, она мне до конца жизни будет бить, и никого не будет, кроме меня? Там, скорее всего, рерол ведут, вот как этот... Рил говорил за Абаджи. Я тоже думаю, что это самая такая тема нормальная. Ваймут. Ну что, ну сколько можно ходить выбивать? Ну это пиздец просто, блядь. Да собак убьем, нам легче. Не, давай разыграемся, не? Наоборот. Кто-то подтянет. Как хотите, похуй, больше собак. Меньше народу, лучше. Я уже, блядь, разогретый нахуй. Я уже готов. Я бы всегда готов. Бля, есть фласка еще? Ты фласку никуда не купил. ЛКшная там. Есть живс нахуй. Бейси, давай шкаф. Ставьте ГБ, ЛКшные берите, да, нам все равно еще в груль магик идти. Можете живса поставить? Эти ячейки и живса дайте. Сейчас рыбу достану. Дайте кто-нибудь сове Блэк Мирос помазаться маслом разочек. То я что-то не взял, нахуй. А, бля, в ДД, да? Конечно. Нет там в танка. 5 танков, поехали. Сумоньте босса ему. Пожалуйста. Подойду. Боже, я в таком говно, что... Так, можете, пожалуйста, или мне ставить вот этот тем, блин? Сука, мне я... Мне вам. Это дурно, 3 минуты. Эдис, ну шо я хочу, это тапки с него. С восстановлением маны. Критхаз. Точно, инканы. Да. Спасибо. НП. Так все, у нас больше никто не созрел, да? Давайте раскидали Никита, Адель. Наверное. Никита? Никита? Раскидайте, как вам надо, радаров этих, кого вам. А сколько уж по там кап меткости? Так у всех, думаю, 14. Нормально, да. Пойдет. В первой плате только радара нет, но не судьба. А чё, в миле тогда я играю? Всё, что ли? Могу, в принципе, асусы еще туда себе забрать. А что нам делать, просто прыгать, бегать? Да.
Ну, мне не очень удобно, если ли ты с магом, так, ну, ходки. Так. Че у тебя там? Ну, ходки, круг, ходки, первая, вторая, ходки, и... круг, да, и это, молитву, все. Все, мы с тобой в мили идем. И четвертая группа РДД, первая, вторая милики. Дебаф поймали, мы с тобой, асусы ушли. Да, пойдем на кости. Куда ушли? Уйдем на кости потом туда. Те, пейте фласки, масло. Батя вон пришел. Может, у батя КД нет? А чего Войт молчит, интересно? Я даже не только сейчас увидел, что он здесь сидит. Он до да, груля магика сказал, ничего не будет делать. А что я должен делать? Я не знаю, что ты обычно там как начнешь. А. Ты хуй знает. Кто у нас РЛ? Как будто и нету никого. Мы без РЛ, сами разберемся. За лут не деритесь, дадим также, поделим полюбовно этим консулам. Все, войду, короче. Ясен. А ИП я будет? ИП будет, за босса по сотке. А что на этом боссе миликом делать? Я просто миликом здесь первый раз. Знаю, что они что-то там, кто-то там доделает. Желательно на РНЖ стоять, прыгать тебе. Кто это такой заклинатель, блядь? Это Реслин наш. Будет надо на раньше. Милик. Я не понимаю, о чем батя пишет на десятку только. Что на десятку, блядь? КД у него, КД. А на десятку нету КД, наверное. Нет, на десятку есть КД. Типа на 25-ку нету КД. Все, я ему пати дала, попробуйте присмонить. Очень долго. Бля, Валера, я тебе еще в рот насру. Чего? Да, вот он здесь. Гринж, за что ты вот так? Да это что-то я не знаю. Батя, ты в Дискорде? Что-то не знаю, блядь. Батя. Кинь это батю куда-нибудь, на Редар. Сами кидайте, куда вам надо. Кто там? Где нету, в какой группе Редара? Хуй его знает. Да, на Кром, то есть что, мили, но просто Лири Дара кинул. Я успею покурить там? Нет, какие курить, блядь, здорово. Ну, сник, я за компом могу курить. Кури за компом. О, меня суммонят. Всем всего хватает. Брат, какие стики куришь? Я за ты, блин. Кто важнее, вот, дворф миликом или я раньше курил. Эрадар? Нет, фиолетовый. Это заебало. Ну, я сейчас темно-фиолетовый хуэр. Ну, это который подороже, да? Все, да. Закройте рты, бля, беба. Две сотки стоят. Надо мне никакой трейд кидать, я фласки не выдаю. Сами берут из третьей ячейки. Все, let's go. Все готовы. Адель, запускай таймер. Там уже кто-то. Вижу, есть что таймеры, ребят. Бля, что так залагало тут в пула, блин, пиздец, нечестно, нечестно. Пошли, ас. Можно я встану, постою? Вы на пуле уйти мне. У меня аж голова закружилась, блядь. Лучший милик. Проебада. Да, что за бред, на? О, блядь! Всё, да ну нахуй! Пьём пока. Блин, ну так станет странно, пиздец. Ах ты, сука, кикнул каст.
Можно было вынести, чем? К чему ж батю рез? Я Алиса? Батя. Блэкич. Там Милик подох, и на него сейчас фиолет выкинет. Хильте меня сейчас выйдет уже. Бля, чего? Чего тебе не станет? Я тоже прыгаю, что за хуйня? Станет? Станет? У меня уже раз за 4. Непонятно работает, блядь. Вот я прыгаю, сейчас нихуя. Ну, типа, так же прыгаю и станет, наверное. Странно. А кто? Спейси. Ой-ой-ой, вставайте. Умирайте, встаем, бежим. Добью соло за 500. Да, да, блядь, угу. Хоть добьешь 20 лямов. Ты чё, блядь? Это не 200 тысяч, что я добил. Все равно могу добить. Босс меня вообще... Если убил всех, но сам остался жив. Короче, конфликт, привет. Не, мне привет, кажется... там, кстати, я смотрю, не только Спейси, что... Лица. Как кинуть же должно, если поезда ловишь. Ну то, что там меньше, там стака, это такое, знаешь. Это типа от лужи. Только Спейси показывает. Ближайшим. Обычно ж откидывает, когда конфликт ловишь. Нет. Нет. Конфликт просто, когда ты рядом с чужим цветом сошелся. Либо поймал цвет. Поезда. Нет, а, я когда на поезда тебя откидывает. А когда не поезда, то... Я с Миликом сошелся на поездах, мне деваться некуда было. Когда не поезда, тогда пизда, нахуй. А что вообще, все тактику знают? Слушайте рыбку. Все, у нас так-то по сути подохли только Милики. Там Эрза с кем-то на пару. Главное, что Эрза. Два мага раздохла. С нами кто-то рядом стоял. Конфликт. Так а чё, может у нас какая-нибудь пачка съебётся просто с Милик? Да, давайте пускай съебутся, блядь, кто там меньше всегда может. Тактика очередная. Давайте, я отойду. А то там эти гейзеры ебаные. Ладно, Милик, пусть Фэль отходит тогда. Mm-hmm. Остальные пусть поиграют, потом сдохнут все равно. Я не понимаю, Блэки, чё ты от меня хочешь? Ласку? А, он, кто там? Барьер, смотри, можешь взять? А тебе банк? Фель, ты в ГДК? Да, но он ушел в АФК. Но он все равно баф дает ведь. Не, я тут. Я вот это для шипашников спекусь. А кому давать? Что там баф? Спекнись в танка, у которого есть когти, пожалуйста. Че, не бьемся? А у меня нет здесь конфликта. Ну, ух ты, да, без АДК. Не, у меня тут нет когтей. Ой. А, хотя, постой, на 20% вот это, да? Пекусь. Да, про это говорит. Туда-сюда. Без 20%. Заебали, кто-то сагрил. Ходите, выйдите, рост все равно не давали. Выходите быстрее. Ой, бля. Он же не повезло. Конфликт будет. Это в тотем уберите. Вот выйди нормально, минус 3. Чего, ай-яй-яй. Чего? Ну если ну, просто в твою сторону побежал. Я вон ничего на него. Его сейчас стоял респекался. Я надеюсь, босс рейснется, я не загрю. Баф спадут сейчас. Пахнемся. Рыбу можете не трогать, все равно все по-малому ходите. Что-то меняли же, вроде не должны спадать. Разве? Видишь, не спала рыба. Ну, они поняли, то, что это дебилизм полный. Ну да, даже хуже кретинизм, нахуй. У этого тессера никогда? Тишка, попробуйте присуманить.
Шкаф. Ему придется играть в мили зоне. Не, в РДД. Миля, хил пусть уйдет. В РДД. Ты что, тут хилить нечего? Че, давай справимся, что мы стоим. Больше стоим. Сумоним ханта. У него КД, наверное, нет? Что пишет, я... когда сумоните? Ну, он не сумонит, словно. Может, он приближается. Сего хорошего. Чек. Все, let's go. Он пришел, он сумон, он... Пати ему снова. Дай пати быстрее. Какие вы нетерпеливые, блядь. Он, походу, не принял, стоял в АКшу, поэтому не сумонил. Теперь он не принимает пати. Ну, не хуй бы с ним, все, пошли. Кто тут? Кундалара, не запускай! Не запускайте. Ой, его присумонили, он появился, и чё? Чем он появился-то? Какого месяца он дал ранее? У меня вот высветилось то, что он прям здесь попал. Когда кикаешь, появляется. Блин. Да, всё, на секунду. Нет. Всё, я тогда мой косил. Бентли, ты же был в Nord Pathology, да, когда я там был? Класс, чек, короче, и Адель, запусти нормальный таймер, не надо запускать тот, который не видим. Всё, все готовы, запускай. Отойди чуть вправо, чтобы я конфликта не лопал. Чё, блядь, как дела, нах? Плохо. Я бы даже сказал, хуёво. Иди в мили, быстрее. А, крылья, окей. Всё, ладно. Под хпшкой, под дубовкой, блядь. Делаем ставки, сколько погибнет. Ну тут пизда у нас, залупа кинулась. Это даже выйдет. На сессии свет. Чё? Ари. Эстен, возьми немножко левее. На боссами метка, умрешь. Попробуй прижаться что-то. Я поймала. Что я запрыгала? Или тоже от метки сдох. Ну там Луксор живой, не знаю, отхилит он, нет? Там Войд и Луксор. Че, два кило, нет? Войд один. Минус Луксор. Надо ИСС по хилам, наверное. Ребят, держите дистанцию, блядь. Ну пропишите их 10, блядь. Зачем вы реснули? Ну кто, смотри, ты бабки. Да, реснули. Не, многовато хп. На нем зеленый нормально. Да, все, пизда, нам не метка. Снесите.
Да, толку их там две, нахуй. Минус, нахуй. А я выжил, почти. Ебать, гениально. Ну, типа там два хила, нет? Один. А, один хил. Ладно. Бегать, что делать? Пабло не было, да? Луксор. Да вы можете падать. Я уже, да. Я уже сдавал бабл, на мне метка была уже один раз. Это трата времени, не знаю. Да, чего. Падайте быстрее. Пропишите, пожалуйста, рейндж 10. Не стойте рядом друг с другом. То меня второй убил. Кто-то сзади стоял. Надо как-то по-другому играть, а не вот это минус 7, минус 5, блядь. Это залупа полная. Надо как-то играть. Но он говорит, что там миликам что-то не повезло, что у них там было, я не видел даже. Ну, на мне сразу метка, то есть мне забегать делить в танка, ну такое херово. Забегай, что нет? Первые две метки можно сказать. Да вообще все забегайте, мне только мелют, меня бьет только под лужу, все. Когда нет лужи, мне вообще поебать на все. Не, ну я умер чисто, потому что я долбоеб. Можно это было и так понятно. Я тебя понял, Слава. Не уважение Бэба, не уважение Кастера. Смысл нет выходить кастером из гейзера. Мутно. Это потери ДПС. Я считаю, что стою. Бэба лучше. Даже не надо выходить. Не давайте эсэсы по хилам. Не давайте. Это бессмысленно. Локи, закиньте по себе эсэсы. Может, если на вас будет метка, вы встанете сами на своем же месте. Там, где сдохли, ставлю рыбу. Смысл? Подо мной лужа, это же вас... хуёвина. Делаешь несколько шагов в сторону просто. По крайней мере, не где-то там в толпе, когда тебя бэрнут. Так а чё, может милики съебутся половина, чтобы не было дохуя гейзеров милик? Давайте, назовите, кто будет съебываться. Так, сколько человек надо оставить? Боссом остается, чувава остается. Ну, первая батя съебывает и все. Окей, а батя? А, ну батя вырубил, да. Ну и Кром порос не вижу. Ну это Кром был первый, просто из-за Эридара перекинул. А ну вот тогда, значит, а чё, какая первая? Там Блэкич первый, какого хуя? Не знаю, кто перекинул. Короче, Фель, Феникс, минус Почка, Кром, 4 человека, 4, да? 4, да, Фелиция, боссом, чувава, бегу, бьют все, остальные пусть ебают. Окей. Слышали ведь, да, ребят? Угу. Ну ладно, можно одного вара, пусть там Феникс для раскола. Или кто из вас стакал раскол. О, Котфель, а ты что, спекнулся назад, что ли? Нет. А где когти? Так у меня нет там когтей. А, так что не сказал? А, ну тогда спекнусь. Серьезно, ладно, Никит. Видимо, да. Барбарос, что не подтверждаешь? Ладно, пускаешь. Сейчас потраем, там Волонир выпадет нахуй. Запускай, такой Барбарос не был готов. Волонир мусор, короче. Ай-яй-яй. Какой рейд, такой лут нахуй. Почка, куда ты пошел? А чё это за фиолетовый челик, нахуй? Этот, а Сонжа, сейчас словишь конфликт, ГЦ. Чё ты с нами фиолетовый стоишь, зелёный? Прожми камень, Долоренс. Потому что Сон, не Сонжа, а вот эта минус почка забежал в РДД-зону. Понятно. Типа я говорю, он знает тактику? Нет, может, блядь, вообще его убрать? Чё это за... Знаю. Это на милике. Кто с зеленым стоит рядом тут вот? Я с под левым боком. Че, у тебя глыбы нет, Эрза, блядь? Пиздец. Вы умрете. Я в ахуе. Вернешь под боссом? Кто?
Чивава. Да, посмотри. Милик, он опять свет не дословит. О, Чивава, Милик. Сам Милик. Посмотрите внимательно. На сейчас нет. Вы умрете. А словили? Да, и кто-то ловит до сих пор его. Минус почка, ну прижмись ближе к стенке. Чё ты стоишь тут? Чё? Да не достаю до них. Он сдох. Опять конфликт. Всё. Боже, бля, падайте. Прям лучше заходить. Вы умрёте. Вы умрёте. Да это жестко. Почка, на тебе зеленый луч, ты стоишь, бля, прям впритык к Милику. Но он не шарит вообще от слова, я не знаю. Мы же сказали, сипись. Спула справа, направо побежал к РДДшникам. Я говорю, куда ты бежишь, он дальше бежит. Ну типа... Ты в Дисе, Почка? Пробарось. А че, поставьте метки, куда им съебаться просто и все. Тебе нельзя заходить дальше решетки, то есть правее решетки. Понял? Даже вообще близко лучше. Вон туда сейчас пойдешь, встанешь. В самый дальний левый угол, короче, и все, и там будешь прыгать. Сначала фиолетовый дебаф. Тебе сказали, первая, вторая пати, там какие-то определенные люди слева стоят. РДДшники, остальные справа. Ну, что тут непонятно? Да. Смотри, поставь джипс, пожалуйста. Вот, на тебе фиолетовый дебаф, те, кто рядом с боссом. На всех РДД хилах справа, которые стоят, зеленый. Вот нельзя сходиться близко. Иначе АОЕ порыли. Сразу там. Он же говорит, он знает тактику, а... Какую-то херню делает. Ну, как бы миликом РДД, если ты хоть раз придет, должен понимать разницу. Вот здесь стою, бью босса в бок, да, вот, а ты вот здесь стоишь, вот тут, бля, книжка. С зеленым дебафом, пиздец. А после ТТГ будет Груль Магик Хэм. А ты ТГ убьем? Не знаю, поэтому я предлагала не идти на собаку на первую, но вы никогда меня не слушаете. Ну типа собака точно для людей падает. Слышь, Юль, ебани им туда, вон, к стенке туда, метку, чтобы туда сбежались. Они просто тут стоят. Вот самым ебани, где они вам мешаться не будут. Да а поставьте метки просто посередине комнаты, чтобы, вообще не заходили за них. Не знаю, это ШРТ у нас получается. Я предлагаю минусовать, если ну уже сколько можно, типа. Чем мы тут час будем? Давай, два трая сделали, хрен с ним, давайте опять. Да, сейчас чуть-чуть два трая сделаем, потом уйдем на других боссов хотя бы убьем, чтоб не в минуса идти на РТ. Хотя бы 200 ИП получим за тех боссов. Еще раз чекаю. Еще пропустила, кто там подождал, кто нет. Того тоже можно убить. Будет, все, все готово, давай таймер. Можно? 5, 4, 3. Угу. Ну, с припад? Да, наберите ренж здесь, пожалуйста. Стойте вместе. Мильки, которые не играют, идите вот сюда, по костям тут скачите. Я сейчас. Эти сейфы. Бля. Все живы, надо давать на этих. На взрывах они не убивают. Если два не лутаешь. Да, ну что за... Меня на поезде застанет. Умрете. Это, конечно, нормально.
Еще асус есть. Блять, ебаный нахуй, да. Ка, да, умерли два милика, а батя умер. Такой бред, бля. Опять игру, несколько людей меняются и все. И пиздец. Опять заново освоение. Да не дизмораль, братишка. На, да, синглируется. Не, я в тильте уже лютом сижу сюда. А если сейчас никто не умрет? Я давайте снесем. Кто вот возле меня стоит? Подойдите. Ну, Эрза, ну кто? Ну куда вы убегаете? Алло. Поезда. Я никуда не убегал, блядь. Вы умрете. Конфликт? Нет? Да? Да? Кто? Ведь? Да. Каким образом, блядь? Потому что ближе всех стоит из разрешников, туда отбили. Аж так, поэтому. У меня уже, наверное, блять, рейнджа скиллов ебать нахуй меньше метра. Поэтому... Я могу БР дать по кому-нибудь из скиллов. По 40% ты алё. Бьём? Нет, еще раз говорю. Не-не, да хуя очень умер. Ну, давайте надо, тогда упадём времени, это не тратить. Сейчас утро сделаем, других боссов пойдём. Вы умрёте. Чё он тут не дамажит? Если чё, вернёмся, если быстро убьём обоих с первого утра. Да, это печально, конечно. Ай, не то слово. Тут такие руки сочные на Ругуле. Ай-ай-ай-ай. Ну, Бентли что-то меня в тиль завел, я не знаю, не убьем, походу. Ботинки, запястья, кисти. Блять, ты точно. Сейчас мы с Пейси куда-нибудь подальше переставим. Да я посеред комнаты стою. Кто ну, там, да, кто? Но милики-то ведь тоже, у них, видишь, залита, во-первых, та часть комнаты у стены. В любом случае приходится чуть-чуть ближе к РДД выносить. Прям я, вторую фиолетовую я отнес. Никто я тебя чуть-чуть. Ни в чем не винит, просто тебя просят встать чуть подальше. Ребят, нас 23 человека, мы 25 убивали. Как ты это? На рельсах можешь ходить к своему цвету, а не к миликам. Я два раза с тобой чуть нос к носу не плетется. Ничего не изменится, если плюс 2 ДД будет. Ну как, но меньше места будет в любом случае. Ну сейчас просто конфликты не словите, и его можно убить. Пофиг. На РДДшниках отходите, посмотрите на правой стороне. Да лучи, и все. Проблема. У меня застанило, типа, на лучи. Да похуй, там если лучи, то у тебя черная, типа, метка, и кидает черный луч в тебя, то взрыва нету этого. Если там другой цвет у тебя летит, тогда Верик. Ешьте. Проверено, нахуй. Тупнул в подряд. Встаньте кто-то, кто там дамажит? Вообще пиай проебываю, типа некому кидать. Кидай мне? Эрзу. Че? Надо Эрзу кидать. Что, блядь, кидай? Пиай. Пиай. Ай-ай-ай. Бля, ну давайте соберемся, мы же не совсем бомжи. Одно пиво. Не, я мега бомжар. Давай этот, ДБМ. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, спулили нормально. Уже хороший. Хорошее начало. Идемте, милики, кто не бьет.
Придется кровь сейчас. Пизда. Вы умрёте. Ясно. Опять? Угу. Кто? Солнце. Мал конфликт. Это уже второй раз или третий даже. Там пока бьем. Не понял, чего Алканфель? Алло, алло, меня слышно? Что, да? Чего? Что, говорю, Алканфель? Да ничего, сиди спокойно. Ёбаная хуйня, блядь. Ну что за стан? Стали фарич. Нормально, все шансы. Больше не умирать и все заебись. Нету крыльев, Асус. К танку можете. Есть у него. Умрет ли кто-то с ним? Бам. Яхуе. Боссом конфликт упали. Сейчас метки продать нельзя, мы сдохнем, не добьем. Надо сбиваться, подходите потихоньку, чтобы по 3-4 человека сбегаться. На уже людей нет. Я захиливать сейчас больно мне будет. Ну он РДДшник. Стоят. Потихоньку сдвиньтесь. Поближе. Да не, можно убить. Если не продавать. Сейчас в обратную сторону пойду, РДД дальше уходить. Глыбу жми, у кого там маги, по-моему, нет? Так я тебе дал БР, попробуй встать. Еле. И смотри на этот. Ничего. Всё. Зелю... Вы... Зачем кто-то? Да кто, блядь? Ну ёбаный в рот. Боссом. 500 тысяч. Наверное, меня баф кинул. Я... Чувало 268. Вы можете убежать в другую сторону, алло? Да, наверное, из-за меня, потому что у меня не было дебафа. Тебе надо было сразу в сторону стрейфануть. Не стоять. Я и так вроде отошла. Короче, пойдемте на первого, второго, блядь. Это новое, это... Закай еще трай. Да нормально, еще трай. Гоу. Да ты заебал рогать, нахуй. Я думал, меня не слышно. Ну, бать, ты доволен, нахуй. Там фишка в том, что на боссе такая механика. Когда тебя резнули, на тебя не повешалась еще зеленая или фиолетовая метка. Но зато дебафы на тебя вешаются все. И зеленые, не было, не было, я видела, да. Да, они и так там работают. На 7 или сколько-то, несколько секунд вешается непостоянный. То не сразу. И когда ты словишь метку, нахуй, в момент, когда на тебе это по 500 тикающая хуйня, нахуй, ты просто сразу конфликт словишь. Так что БР, нахуй, можно забыть здесь. Самое главное, научиться не сдыхать от фонтанов, нахуй, метки сносить.
и от поездов, нахуй, как бы это ни звучало, уходить. Но если сейчас учиться метки сносить, это тоже, блядь, сейчас затянется. Нет смысла. Босс кривой для того, чтобы сносить это. Вы будете сносить, на вас кинется вулкан, вы все сдохнете толпой. Бля, кто решил? Я сами ходил, они сносили нормально. Они вот метки ставили справа, там, 5-6 меток, и там по 3, по 4 тела стояло. Они сносили без проблем. Ну, как бы, погиб в скобочках. Блядь, а кто решил в миле снести, нахуй? Меня убило просто, блядь. Сдохни просто человек, сносить, который умеет смерть. Меликом можно. Все, типа. Да я ебал нахуй, меня убило сейчас нахуй. Давай, подожди, Фель, ты тут? Фель, тут, все, давайте добьем пул. Не пульте, кроме танка, никто. О, Конхель, отойди от меня, что ты стоишь? Там не зеленый, что нахуй? Почему он же фиолетовый? Я хуй знаю. Убегай отсюда быстрее. Либо зеленый, ну. Зависло? Да, да. Заеб. А почему на меня зеленый кинулся, если я со всеми стоял? С фиолетовыми своими. Значит, нам интересно, а Сонжа, который стоял возле меня, справа, то есть довольно далеко сзади, он просто ловил фиолетовую. Вот говорю, сейчас, что-то... вот я вижу, меня до сих пор не выкинуло, а Сонжа почему-то стоит в миле, и почему? Ну, фиолетовый кинулся. Мы сейчас поменялись. Потому что это или... неравное количество людей было, походу. Вот оно и кинулось рандомно. В смысле, на Бебу кидается зеленое, а на Солнжу кидается фиолетовое. Как так? Потому что Солнжа стоит в мели какого-то хуя. Он не стоял в миле, возле меня стоял. Сейчас меня до того, как выкинуло, на червя... Ну, мы перебежали, я же в зеленый выбежал. Короче, он не первый трай уже в РДД. Может, у него кидается не первый трай уже? Он в РДД кидается фиолетовое. Нет, ему в РДД фиолетовое кидается. Пересчитайте еще раз. Кидалось, если бы ему кидалось с самого начала, он бы нас на первый же, не знаю, там, первый же там 20 был, секунд. Был он один трай со мной рядом. Он как раз перебежал. Его застанил, он побежал, обошел всех зеленых, как мили бежал. Сейчас. Это ты про этот трай? А я про предыдущие. Пойду сейчас сделаю, пока время есть. Это, ребята, у кого-то остался файл с большими духами, которые первые кидали? Все, Крислина, он там занимается этим. Полезный ходон. Крислина, он, короче, заменяется патчем, который убирает анимацию лишнюю. Не знаю, так. Вот кто первый кидал там, по-моему, типа, где просто большие духи, может, у кого-то есть этот файл, может он скинуть? Либо эта ссылка, может, у кого-то осталась, сохранилась. Типа, я просто ее найти не могу, я ее искал. По-моему, патч Z называется, да? Да-да-да, Z. Да. Может, у Арислина он заменяется. Типа, либо анимация, либо большой дух. Но я выберу анимацию лучше. Слушай, так быть. Не, Бантли, ну ты, конечно, лютый этот инсайт. Гуль, ёныш, нахуй.
Бля, чуваки, а вы слышали историю про чувака, который без руков играл? Да. Про слепого еще слышали. Не, я вот без рук слышал, я, конечно, подохуел. Ну, типа, блядь, на Ютубе посмотрел. Ему там сделали, типа, специальную платформу под ноги, чтобы он персонажем управлял. Он играет на офи и делает ФК, там, какой-то гильдии на каком-то сервере. Типа, в топовой. Это вся хуйня. Самый этот. Я смотрел, чел слепой вообще, слепо по звуку ориентировался, играл в хуй знает как. Ну, он играл, блядь. И без рук, без глаз, блядь, и после этого люди духи ловят, блядь, аж стыдно нахуй должно быть. Интересно, он бы поймал духов, если бы играл бы? Хуй его знает. Это было победно, если бы не поймал. Знаешь, блядь, у пива просто есть эффект размытия, нахуй, дебаф такой, блядь. Там, когда пивнешь пиво, нахуй, размывается сразу все, блядь. Что духи, что рейд, похуй. Не понимаешь, куда бежать, что делать. Так что пиво надо пить не во время рейда, а после. Так, а там макрос какой-то есть нормальный или что-то такое, чтобы не да было. Да, блядь, я не про игровое пиво, я про настоящее, блядь. Не, пиво надо... Зашел в тему таморов, короче, этот, на форуме. Вот там Юля пишет часто, набор ведет. Значит, там Hellsight отписался, ответил Holy Shit. Типа, ну я не знаю, кто читал, не читал, типа, говорит, блядь. Мы ушли из гильдии, но говорит, ну чё, это вопрос времени, ХМ закроем. Главное, главное, то, что я играю со своими людьми, и мне по кайфу вообще. Ну, типа, на челе играем вообще. В этом, на РТ у нас идиллия. Я зашел, блядь, на стрим Расика последний. Ебай, они там друг друга хуесосят, блядь, по полной программе вообще. Каждый с каждым срётся, блядь. Жесть какая. А какой у них прогресс? Один босс. Почему они тоже закрывали, бля. Ну, кому интересно, может, вот у нас был Барамир, вот этот Эрасик, да, у нас, который планир собрали, ливнул. Он стримит, я не знаю, на прошлой неделе они ходили, там, 5 дней назад. Вот, 5-дневный стрим. Найдите там, когда он там стримит. Они там хуйсой, Яша там поливает кого-то говном. Ему в ответ я поржался. Это. А Hellsight пишет, да у нас идиллия. Ну, что-то типа того там. Ну, для них это идиллия. Ну да. Кому-то по кайфу так, в такой обстановке. Ну, да. Так что это он говорил, то, что у нас будет робот, ну, типа на леди или еще такое? Похуй вообще. Да кто-то из них говорил, что-то такое было. Что-то да, было такое. А тут же Феникс тоже говорил, то, что с Яшей там на Форбсе встретился, и он говорит, да, типа у нас, наверное, ИРО будет. Так что ждем пополнения. Феникс может, кстати, принять частично кого-то. Ну, это трэш будет. Че, это про кого вы? Почему просто отходила? Да из жопы. Кто задушит, нахуй. Че, они гильду распускают? Валера лично, нахуй. А они прям как пека, что ли? Они все пека, что ли? Бро, они все как ты. Это комплимент. Да, бро, они ебнутые. Блять, я на Бентли зашел, столько не готово. Мне что-то часто стало с ловки вылетать. Пиз трех, выходите. Они... Валер, они реально пиздатые игроки. И они не имеют права пиздеть так много, как они пиздят, понимаешь? Ой. Выходите из инста. О, я КД принял. Не дает этот выйти. Что ты здесь останешься навечно? Блять, реально не выпускают. Потому что лагает сервер. Ебать, или она? Ну, от КД отказывайтесь. Знаю, выйти не может. У меня вообще все стоят. Я принял. Не вля, скинь мне орала. Сейчас. Ебать. Вот бы было бы классно, мы сейчас ТТГ закрывали бы, сейчас раз, зашли, все боссы стоят.